Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки продолжаем играть Hungry Shark Heroes. И в данный момент у нас как раз-таки много всего нового. И я зафейлился, ребят, я зафейлился, потратил 500 кристаллов не на то, что хотел всю свою жизнь потратить, да? 500 кристаллов я потратил на тренинг-пул, то есть тренировочная площадка, вместо того, чтобы потратить их на бридинг-пул специальный. Вот у меня специальный тренинг-пул, который, видимо, лучше будет прокачивать моих акул. Типа, усиленные эффекты сразу будут получаться. И это не то, что я хотел поставить, потому что я хотел поставить бридинг-пул. Я что-то сразу, видите, увидел делюкс тренинг-пул, поставил, а потом только понял, что я поставил не то. Угу. Так что теперь я буду тратить время для того, чтобы набить еще 500 кристаллов и получить... Бридинг пул, единственное, что мне сейчас нужно построить, да? Ну, можно построить, потому что все остальное у меня построено. Смотри, в чем прикол. У меня, оказывается, тренинг пулов целых 3 штуки построено. А с обновлением вышло обновление, когда их можно строить только 2. Видишь, можно строить только 2 и один делюксовый. А у меня их целых 4 получается. Тренинг пула. Ну, 3 их действительно не нужно. Это много. Даже 2. И один, вот это много, то есть я, наверное, буду использовать только один. Но это не суть важно. Суть важна в том, что я, ребята, как раз-таки открыл новых акул. И это не просто акулы, это, ребята, 4-звездочные акулы. Давай посмотрим, что это за акулы. Получаем эту. И получаем эту. Ну, вы уже увидели, кто это. Там справа было нарисовано. У меня 500 очков. И нам ничего не дают за 500 очков. А вот, unlock. 10% увеличивает производительность каких-то... Какого-то этого... Фишери. Короче, какого-то... как называется-то он? Какой-то забегаловки. Фастфуда. Увеличиваем на 10%. То есть сейчас 0%, к примеру, на всех этих, да? А почему 0? Я что-то усиливал. Ну и ладно. А, я, видимо, рыбки Немо усиливал. А будет на 10% быстрее в час. К примеру, давайте... Вот омары, в принципе, неплохо заходят. И неплохо заходят осьминожки. Давайте осьминожек. То есть больше всего их тратим. Видите, здесь я на что-то потратил. А, вот, видимо, на что я потратил. На рыбок Немо, да, это? Или кто это? Там рыбы-зебры вообще нарисованы почему-то. Ну да, это рыбки Немо. У меня максимум сейчас. Ну чё, посмотрим, что там вообще еще есть. Видите, здесь запрашивают еду. Пока что не буду тратить. Почему? Потому что сейчас будем кормить своих акул. Смотрим, что по миссиям. 15 тысяч получаем. Здесь миссии нам нужно повыполнять потом. Заходим сюда. Вот наши две малютки. Теперь мы можем до 40 уровня прокачать акул. То есть у нас сейчас вообще, ребята, не будет хватать постоянно почти еды. Видишь, здесь осьминожки нужны. Не зря я осьминожек прокачал. А здесь нужны рыбки Немо. То есть, это у нас мегалодон. Да-да, ребят, я их с первого раза причем получил, когда крутил это колесо. Что этого с первого раза 20% был шанс на то, что он выпадет. С первого раза получил. Что этот? Это вообще просто невероятно повезло. Ну что, давайте, растим их до 5 уровня хотя бы. Посмотрим, кто они такие, на что они способны. Вот. Палеокарахариас. Палеокарахариас какой-то. Слишком сложно его зовут, если честно. У него две способности, давай почитаем. Увеличивает критический урон вашей команды на 5%. Ну, разумеется, если мы усилим, он будет намного больше наносить. И 320 урона наносит. Если кто-то у вас в команде уже погиб, то он будет наносить больше и больше. Это атакующая акула. То есть 320, если у вас оба умрут, то умножается на 3. Ой, на 2, разумеется. Не, почему на 2? То есть за каждого. То есть просто 320, 320, если один погиб, это получается 640. Если двое погибли, то получается 960. Вот такие вот дела. Такая вот акулка прикольная. Но в любом случае у нас есть еще мегалодон. Давай посмотрим на него. Он тоже атакующий, и это плохо. То есть мне придется, видите, атакующих, наверное, брать в одну команду. Кормим. Мегалодон. Он классный, я его хотел получить, и, ребят, я его получил, я уже говорил в какой-то серии, что вот, если будет возможность получить его, я, разумеется, его получу. Так, у него какая-то фигня, Increase Attack увеличит атаку, если ваши тиммейты умирают, то есть на 20% за каждого.
То есть у него просто атака, да, к примеру, 20% за одного, 20% за другого, 40% атака плюс. То есть он вообще будет суперсильный. И помимо этого он еще, видите, увеличивает ваше количество золота, прибавляемое вам. Давайте кормим его по максимуму. У нас 1400 рыбок Немо. До 10 мы его точно прокачиваем. Готово. Он стал больше, сильнее, опасней. До 15-го точно сейчас докачаем этим количеством рыбы, которые у меня есть. А вот дальше уже... Да, даже до 20-го, наверное, получится. Нет, 20-го навряд ли. Там капелька останется до 20-го. Блин, я прям угадал. Действительно капелька. Ну ладно, разберемся. Пока что давайте докачаем мегалодона, потому что я его точно буду использовать. Мы получили уровень и новую акулу. Good Rich Tis. Господи, почему такие сложные названия? Ну, видимо, это древние акулы, их, в принципе, понятно, почему сложно называют. Так, у меня нету места все еще. Надо будет продавать сейчас других рыб, для того, чтобы получить тех рыб, которые мне нужны. Так, хорошо, думай, что мы сейчас будем делать. Попробовать, может быть, вырастить новую акулу, посмотреть, кто она такая. Четырехзвездочная. Я ее вырастить не могу, как вы видите, могу вырастить трехзвездочную ядовитую акулу. Она очень крутая, она очень классную способность имеет. Вы уже видели много раз то, что такие акулы меня часто побеждают. Давай посмотрим, что еще у нас есть. Во-первых, у нас есть еще вот эта штука. То есть коллекционируем. Забираем свои вкусняшки в виде, как их называют, кристальчиков. В виде гемов. И все отлично теперь. Мы можем вырастить вот эту акулу, спиннершарк. Мне спиннершарк, ребят, нужен был для чего? Для мегалодона. Вот в чем прикол. Но прикол еще в том, что я запросил спиннершарк у как раз таки мира. Здесь можно так делать. И у меня с первого раза выпал мегалодон. Я такой, ей, отлично. Повезло, короче, просто-напросто повезло. You have 3 из 8. Почему 3 из 8? 1, 2, 3, 4, 5. Вы имеете 3 из 8 написано. А я вижу 5. Это нормально вообще? Ну ладно, без разницы. Это баг опять какой-то. Здесь вообще 1 из 8. Хотя у меня 4... А, не, у меня одна акула открыта. Здесь-то все акулы у меня имеются. Я их всех уже вырастил. Вот новая акула, которую нам дали. Что для нее нужно? На что вообще она способна? Абилити. 780 урона. Если ваши тиммейты падают, то, разумеется, увеличивается урон, как у прошлой акулы. И 24 хп, если ваш тиммейт падает. Ну, прикольная акула. Выглядит вообще офигенно. Выглядит офигительно. Я бы хотел себе в команду именно такую. Почему? Потому что это ассасин, во-первых. Во-вторых, это... Ну, классно выглядит. Я не знаю, таких акул здесь больше нету. То есть, по-любому, нужно будет брать. Давайте попробуем ее все-таки вырастить. Для того, чтобы ее вырастить, нам нужно вырастить сначала вот эту ледяную. Потом вот эту ночную акулу. Ну, давай попробуем. То есть, ледяную, Blue Grey и Night Shark. Давай ищем их. Вроде бы и ту я могу вырастить уже без проблем. Night Shark. Вот я не знаю, кого лучше бы было. Так, Night Shark. Могу ее вырастить без проблем. У меня есть эта акула. Blue Green. О, Blue Green. Blue Grey. Даже не знаю. Не, эту мы в обычной, короче... Нет, наоборот. Или нет. Или так, как надо, действительно. Да, наверное, эту в обычной вырастим, а ту не в обычной. Сейчас вы все поймете, короче. Надеюсь, то, что она выпадет с нескольких раз. Отдаем, нам такое не нужно. Отлично. Инкубируем. Все, супер. Плюс одна акула есть. И теперь сюда заходим и как раз таки... О! Сквали Коракс. Прикольно. Слушай, я могу его инкубировать. Ну, точнее, запросить. 860 урона всем оппонентам и себе. И если у нас погибает тиммейт, разумеется, он получает буст к хпшечке. Блин, слушай, сложно. Но могу его запросить, а могу еще Night Shark. Но если я Night Shark запрошу, и он мне выпадет, да? Это что будет значить? Это будет значить, что у меня будет доступна еще одна акула. Не, давайте, наверное, ее все-таки вырастим. А потом попробуем уже обеих четырехзвездочных вырастить. Если получится.
Запрашиваем. Запросили, видишь, у меня вот такую штуку. Запрашиваю не у клана, а у мира. Мне сказали, это дешевле. Я, в принципе, этого придерживаюсь. Вроде бы действительно дешевле. Ну, давай закупим как раз-таки вот этих рыб, потому что нужно докачивать нашего мегалодона. У нас очень много омаров. По максимуму просто продаю всех омаров. Закупаю этих рыб. Ну все. Место есть? Освободилось? Да, у нас 2300. Так, рыбы Немо. Только рыбок Немо сейчас берем. Все, рыбы клоун. Готово. Возвращаемся сюда, кормим опять. У нас 28 уровень, между прочим, это уже довольно-таки мощно. Сейчас, ребят, еще посмотрю в клан, посмотрю, у кого действительно высокие уровни. Передам вам приветы. Чтобы продолжали играть тоже. Прокачиваться и, так скажем, прокачивать наш клан. Давай посмотрим. То есть возвращаемся в клан. Смотрим количество людей. В данный момент 22 человека из 50, как и было. 28 уровня я. 29 уровня туз 78. Не донатит вообще. Вообще не донатит рыб. Но при этом, видите, у него много кубков. А у меня сколько кубков? У меня 60. Нифига себе, неплохо. Ну, здесь у Дэниеля 60 кубков. Тоже неплохо. Даже учитывая, что у него на 8 уровней меньше. Ой, на 8, на 4. Так, хорошо. Кто еще высокого уровня? Ну, давайте, 24-го Робка. В принципе, смотрите, донатит вообще больше всех, по-моему. 3300 задонатил. Потом 21-го Хоул Люксес. Тоже дофига донатит, молодец. Азазель 20-го уровня. Тоже часто я его вижу. Так, Даниэль Цобак. Или Цобак, не знаю, как правильно. В любом случае, тоже высокого уровня. Молодец, хорошо играет, видимо. Тир 10 добил до сих пор. Ну, сейчас у меня какой тир? У меня тоже тир 10. Ну, блин, сложно, кстати. На тир 10 уже сложно сражаться. Если у вас хорошая акула, в принципе, вы справитесь. Но у меня акулы так себе были. Ну, сейчас у меня есть хорошая акула. И, может быть, я сейчас буду вообще, ребят, всех рвать и дойду до максимального тира. Так. Ну, да. Только не донатит почему-то, как, так же, как и туз. Смотрим следующих. Ну и все. В принципе, все остальные маленького уровня. Но в любом случае, всем приветик. Спасибо, что вы играете. Надеюсь, вы тоже будете набивать хорошие уровни. Вот видите, все пишут всякие. Ну, донатить тоже нужно. Я тоже доначу иногда, но я сейчас не доначу, потому что мне сейчас нужно будет качать рыбу. Если мне не надо качать рыбу, то я, разумеется, этим не занимаюсь. Так. Блин, омара взял не то. Рыбы, рыбы, рыбы. Рыбы-клоуны. У меня, кстати, омары вот эти вот прокачаны до максимума. Сколько я здесь беру? До максимума, до третьего уровня. 270 взял. До 20... Ой, за 12,5 тысяч прокачал. Могу еще за 25 тысяч прокачать и еще больше усилить эту штуку. Больше получать. Ну, вроде бы все. Вроде бы я все взял, да? И сколько у меня получается? 680. Ну, давай, покормим. Надо вообще кормить, знаете, когда? Когда у вас наступает период для кормежки, то есть, когда скидки на это идут. Скидки у нас сейчас ни на что не идут. Every good night. У нас почему-то... это next stream, через 14 минут только начнется. Это у нас увеличит шанс бридинга. Ну или не шанс, дешевизну. То есть, у нас будет подешевле. Все стоит. Бридинг сам по себе там на сколько... Вместо 100% ты будешь 50% платить. Но это не точно, я вроде бы не помню, сколько точно процентов, но дешевле это точно. Так, ну что мы делаем тогда? Продаем, получается. Только продавать остается. Забираем отовсюду рыб. Осьминожек я не буду продавать, осьминожки мне нужны будут. А продавать мы с вами будем всех других рыб, которые нам не нужны. Это нам не надо. Здесь даже больше не продажа, а именно обмен идет. Так, лобстеры нам тоже не надо. Алло, лобстеры. Это семга, селедка нам не нужна. И все, в принципе, да. Дальше собираем. Хоп, хоп, хоп. Осьминожек мы оставляем для того, чтобы можно было покормить вторую рыбу четырехзвездочную. Вторую акулку.
Все, меняем. Возвращаемся сюда. Забегаем. Кормим. До 30 уровня не дойду. 29, видишь, максимум. Нужно 400 с чем-то. 460, 470. Рыбок еще. Я думаю, что можно, в принципе, напродавать. Давай сразу вторую начнем кормить. У нас 1600. Ну, я думаю, это минимум 15 уровень. Даже, в принципе, я думаю, ближе к 20 будет сейчас. 10 апнули. Она, видишь, в два раза здоровее стала сразу. Можно, в принципе, сразу пойти повоевать один разок. За этих ребешек. Не, смотри, 15 вообще без проблем апнули. 20 апнули даже, офигеть. Готово. Еще полразмера больше. Смотри сразу сколько HP, то есть хпшечек, жизней. У него сразу у этой акулки 5% крит. При этом он еще крит добавляет всем остальным акулам какой-то процент. Ну окей, здесь все. Возвращаемся сюда, забираем все остальное, то, что у нас здесь нагуляло. Не тут, да? Господи, сколько же здесь живности, да? Они мешают мне забирать рыбешку. Так, ну вроде бы все. Вроде бы все собрал, все остальное у нас уже по мелочи там осталось. Меняем все. Так, мне нужны, разумеется, вот эти вот рыбки. Около 500 рыбок мне нужно всего. Вот таких вот, чтобы докачать до 3 уровня. Я думаю, что там вроде бы хватит. Я все равно по максимуму продаю все. И давайте кормим уже до конца. 30-й. Теперь после 30-го он очень дорогой. Очень дорого будет кормиться. А, мне же еще рыбы нужны эти же, для того, чтобы прокачать потом уровень. Офигеть. Не уровень, а способности этой рыбы. И сколько стоит здесь прокачка способностей? 600 раков. Омаров. Что-то неожиданно. Вот это мне не нравится, то, что, видите, для кормежки этой рыбы нужно одно, а для прокачки этой рыбы нужно другое совершенно. Это немножко странно сделали. Но прокачивать я буду именно в этом тренинг-пуле специальном. Улучшенном. Что, как я и обещал, давайте сюда заглянем. Там у меня есть некоторые миссии, которые я поставил, которые мы выполнили уже. Забираем. Забрать. И забираем. Ну, это мелочь, но все же приятно, да? Нужно всегда отправлять, потому что в любом случае ты получаешь опыт. Опыт здесь, ребят, по-другому не получишь. Так, что это такое? Это старт миссион. Это старт миссион. Ивентов, я так понимаю, нет у нас ивентов, да? Да, вроде бы нету. Если здесь где-нибудь. Нема. Ну, давайте тогда и в миссии тогда отправим каких-нибудь акул. Здесь 3000 всего требуется. У меня только одна акула 4400, офигеть. Настолько они сильные. 3000, но я думаю, что можно отправить на 1000... Нет, это... акула может понадобиться для бридинга. Давайте на 1400 вот эту акулу отправим. На 1000 вот эту акулу отправим. Нам 500 нужно. И на 500 какую-нибудь акулу. А у меня на 500 никого нет, я же всех докачал до 9... до... какого? До 10 уровня, да? Так что можно, в принципе, эту акулу убрать. На 1000, да? А смысл? Можно вот это убрать. Не хватает? Окей. Вот это хватает уже. Отлично. Я думаю, даже вот это лучше поставить. Хотя, лучше вот это поставить, их больше всего, потому что... ну все, отправляем, до свидания. Будем ждать вас в следующий раз. Короче, вот сюда я не отправляю акул на вот эти точки, потому что когда отправляешь сюда акул, ты потом их теряешь через какое-то время. То есть они выполняют миссию, тебе сундучки дают, да? В сундучках практически никогда ничего ценного не лежит, поэтому я всегда стараюсь сделать так, чтобы... чтобы, короче, вы поняли. Чтобы не отправлять их туда. Не стоит от того. Смотри. 2000, да? 2000, это акула. 2000... Так, у меня есть такая? Есть. Вот эта акула. Я думаю, что можно за 4000 вот эту акулу отправить. Нет, за 4000 это смысл. Не-не-не, здесь нужно по 2000 отправлять.
А по 2000-то у меня нету больше. Вот в чем проблема. Вот и думай теперь, что делать здесь, в такой ситуации. Ну ладно, давай тогда вместо этой акулы, к примеру, поставим какую-нибудь за 1000, да? И здесь тоже за 1000. Вот теперь все нормально. Потому что у меня такая уже есть, вторая. Можно не бояться то, что у меня не получится бридинга. То есть вылупить новую акулу не получится. У меня все получится. Так, подожди. Здесь опять реквесты просят. Здесь у меня появилась возможность покрутить барабан. 40% шанс, что выпадет эта акула. Да, сразу. Офигеть. Вот это везение, ребята. Так, здесь что-нибудь выполнили? Выполнили. И давай все-таки пойдем повоюем. Я так и не пошел бы, не повоевал. Хотя бы один разок, посмотрим, на что это будет похоже. То есть меняем. Кого же поменять-то, а? Меняем эту. Меняем эту. И вот так вот делаем. То есть, чтобы стан был. И две атакующих акулы у меня будет. Это, кстати, слабенькая четырехзвездочная, но все-таки потом прокачаем рано или поздно. Битва. Блин, вот видишь, у меня две атакующих, а у него сейчас сразу стоит говнюк этот. Танк. Танк против меня самое то. Заодно посмотрим способности этих акул. Давай попробуем его. Чисто посмотрим, как это деньги какие будут приносить. Смотри, он чарм включил. Офигеть. 10 коинов, 10, 10, 10. Ну не так уж и много он дает на самом деле. Но прикольно все равно, интересно. Давайте танка своего пущу, пускай он разбирается. Танк с танком. И способности довольно-таки быстро перезаряжаются, как вы видите. Ну, у него, по крайней мере. У Мегалодона. Все, погнали. Моя очередь драться с тобой. Бэнк. Ну, не так уж и сильно, на самом деле. Учитывая, что это дэмагер, что-то он, ребята, очень слабо вносит этой акуле. А что так слабо-то? Неужели так влияет сила? Неужели так прокачка влияет? Ну, видимо, влияет. Он опять вызвал танка, значит, я своего танка вызываю. Пока что я просираю, ребят. Это и так видно, я думаю. Вперед, Мегалодон! Покажи ему. Кузькину мать. Вот, Мегалодон уже конкретно его разрывает на куски. Здесь пришла белая акула. Но белая акула, я не думаю, что прям опасная для меня. Хотя нифига себе, что творит белая акула, ты посмотри. А почему так мощно? Почему настолько мощная белая акула меня просто разрывает? Я не понимаю ничего. Четырехзвездочный Мегалодон вообще ничего не делает белой акуле, серьезно. Ну, хотя бы деньги зарабатываем, и то радует. Еще денег, пока он встанет, мы можем поатаковать его. Ну, это проигрыш. Это проигрыш. Что-то очень слабая команда моя. Вообще урона никакого нету. Ну, вы сами видите. Его акулы что-то меня разрывают, как тузи-грелку. Здесь остается только единственный вариант. Давать стан. И сразу вызывать Мегалодона. Чисто зарабатывать деньги. Урон вообще нету. Вообще ноль. Просто ноль урона. Учитывая, что у меня практически максимально прокачан Мегалодон. Я урона от него вообще не вижу. Ну, это минус еще получается и... Блин, ну вы серьезно? Да, минус он. И минус он. Без шансов, вообще нет шансов победить. Я даже не знаю, почему Мегалодон такой слабый против белой акулы.
Что за фигня происходит вообще? Настолько слабый? Ну и сколько денег я заработал? Был бы еще счетчик, было бы классно. Ну, 30 уровня мегалодон, может, до 40-го докачать, конечно. Я думал то, что мы будем сильнее гораздо. Мы какие-то вообще дрищи с вами. Я говорю, здесь решают, наверное, способности больше, а не сами акулы. Способности стана, способности заморозки, способности отравления. Это, конечно, нечто. Нужно будет потом пересмотреть свои, конечно, вот эти вот, как бы, связки, да, акул. И, наверное, сделать какую-нибудь любимую, самую сильную. И думаю, что можно будет заняться даже это в следующей серии. Давайте на этом пока что закончим. У меня не хватает рыбок. Че, мне крабики, наоборот, нужны омары. Так, сколько у меня омаров сейчас будет? Давай посмотрим. Еще омары есть? Сколько у меня омаров? Могу ли я на прокачку поставить? 46, ну почти, почти хватает. Из 600. Может быть, я смогу что-то перепродать? Так, здесь получается 240. Да, думаю, получится. Давайте этим займемся. Плюс омары. Плюс омары. Плюс омары. Готово. Как раз таки 600 получилось. Заходим сюда, ставим мегалодона, go тренинг, смотрим. Ну, плюс один. Ну, то есть, а смысл? Смысл ставить вот эту усиленную, да, штуку? Тренинг пул. Если он дает абсолютно то же самое. Просто абсолютно то же самое дает. Ну, окей, ладно. А-а-а! Он быстрее прокачивается просто, смотри-ка. Минус 24 минуты сразу сделали. А так он 3 часа всего будет качаться. Смотри здесь, как все выглядит так круто. Смотри, какая крутая здесь статуя сзади, позади моего мегалодона стоит. Ой, прикольно, слушай, мне нравится. А я могу повлиять на скорость? Может быть, что-нибудь надо нажать, чтобы быстрее еще он прокачивался? Ну ладно, прикольно. Интересно. Давайте на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылки в описании и в шапку канала. Это была игра Hungry Shark Heroes. А с вами был Олег. Спасибо за просмотр. И всем добра.